Члены детской общественной палаты и прочих детских объединений Ульяновской области смогли задать чиновникам и общественникам интересующие их вопросы, касающиеся будущего региона и участия молодежи в его развитии. Кроме того, ребята представили свои проекты, которые разработали в рамках деловой игры «Я остаюсь». В них юные активисты попытались дать свой ответ на вопрос, почему молодежь уезжает из нашего региона. Причем учитывались все составляющие комфортной жизни, вплоть до экологической. То есть, чтобы жизнь была и комфортной, и качественной, должно быть противостояние загрязнению воздуха, насаждение деревьями и множество других растений. Также должна присутствовать модернизация. Именно к модернизации гражданского сознания молодежи призвал руководитель региональной ассоциации ТОС Владимир Сидоров. Молодежь может создавать комфорт для себя сама. Это возможно с помощью образования молодежных советов при ТОС. Молодых больше увлекли перспективы этой формы общественных отношений, чем испугали трудности и ответственность, которые они налагают. Благодаря ТОСам, я считаю, можно решить множество различных проблем на территории нашего региона. Именно в муниципалитетах также они, я думаю, будут очень полезны. Именно поэтому детская общественная палата хотела бы сотрудничать с ними. Конечно, это поможет остаться молодежи, так как это заинтересует молодежь остаться не только в городе Ульяновск, но и в своих селах, в своих муниципальных образованиях. Это, я думаю, первая в списке такая организация, которая способствует именно агитации молодежи для того, чтобы она осталась. Потому что это работает непосредственно через самих людей, а они все-таки знают лучше, что нужно именно для их микрорайона, для их района, поселка. И мне кажется, это очень нужная и важная организация. Не откладывая дело в долгий ящик, палата подписала с ассоциацией соглашение о сотрудничестве. Совместный труд, по словам кота Матроскина, объединяет. Дети и молодежь готовы не только обсуждать проблемы, но и бороться с ними. После подписания подростки на практике, правда, в игровой форме, попробовали определиться с задачами и способами их решения через структуру ТОС. Могут быть организованы ярмарки, на которых дети будут выставлять свои творческие работы. Таким образом, эти работы у них будут покупать, эти деньги будут отправлены на благотворительность. Под благотворительностью дети понимают создание комфортной среды во всех общественных местах, организацию собственного досуга, досуга малышей и стариков. Участие в любом проекте, направленном на развитие региона, для активной молодежи – самодостаточная цель. Оценивали их идеи председатели действующих ТОС. Целеполаганием и активностью остались довольны. Дети – это наше будущее. Здесь мы, получается, сегодня заручились поддержкой, что действительно у ТОСов есть будущее. Потому что видели реакцию, как действительно дети, мы сейчас вот увидели, наблюдали, как дети действительно активно видят, что действительно проблемы, где они живут, как они хотят благоустроить территорию, что им мешает, что им нужно. И вот в данный момент мы сейчас заключили соглашение с детской общественной палатой, и мы видим, что действительно детям это не безразлично. В своих проектах дети предлагали способы привлечения средств для благоустройства. Вырастить неравнодушных и умеющих думать об общем благе детей – задача, которая успешно выполняется в регионе. Павел Половов, новости Ульяновской правды.